Дорогой друг, у нас сегодня 30 июня 2019 года. Вот у нас немножко распогодилось. Утром был дождь, но сейчас облака, но хоть нет дождя. Так, смотрите, этот ролик будет о нормировке винограда. Это куст хамелеон. В прошлом году я оставил на лозах все завязавшиеся, ну скажем так, гроздочки. Ну хотя они сначала кисточки, а когда вот уже ягодки больше горошины, ну можно уже называть гроздочками. Смотрите, здесь на каждой лозе было по две гроздочки. Их масса была от 1,5 до 1,7 кг. И некоторые ягодки в гроздьях не набрали сахар. Стало быть, я сейчас, это самое, после того, как сниму ролик, оставлю на одной лозе по одной гроздочке. Иначе в этом году получится то же самое, что и было в прошлом году. Ну, некоторые ягодки не наберут сахар. Вот смотрите, если, ну давайте вот, вот одна лоза. Ну и выше туда. Если я оставлю вот нижнюю гроздь и вот эту гроздь, но она, видите, здесь переплетена с соседней, но все равно это сейчас они такие, а потом они будут мама не горюй. В общем, чтобы и ягодки вызрели, и глюкоза накопилась в многолетней древесине и корнях, надо оставить по одной гроздочке на одной лозе. Это я вам говорю насчет гроздей, вот видите, от 1,5 и выше килограмм. Сейчас я ролик сниму, обрежу и потом вот разложу около куста, сколько я срезал. Но сейчас я вам покажу кустик сорта сиреневый туман. Вот. В прошлом году я делал ролик о том, что я на одной лозе оставлял по одной гроздочке. Но грозди были, я сейчас точно не помню, где-то грамм 700, или чуть меньше, или чуть больше. В этом году я оставляю по две гроздочки на одной лозе. Вот, смотрите, давайте. Здесь, наверное, сейчас из-за тени не видно. Вот одна лоза. И вот не две гроздочки. И дело в том, что в прошлом году этот куст был моложе, чем в этом году. И сам прирост у него был маленький. Вот, то в этом году, смотрите, очень мощный прирост. И стало быть, с массой грозди вот от 500-700 и чуть выше можно оставлять по 2
гроздочки на одну лозу. Ну вот, смотрите, как вам показать. Ну ладно, вы поймете. Вы поймете потом, когда они созреют, я вам покажу. Смотрите. Вот теперь смотрите на прирост. Это вам явно сейчас покажу. Это вот отсюда. И давайте зайдемте вот отсюда. Вот смотрите. Очень мощный в этом году сила роста очень мощная. Ну и стало быть, мы оставим по две гроздочки. Так, вот оттуда не особо видно было, но она и отсюда, видите, тень падает. В общем, на кусте сорта сиреневый туман я оставляю в этом году по две грозди. В то время как урожай будет поспевать, мы будем его пробовать и уже окончательно сделаем вывод, можно ли оставлять вот на этом сорте по две грозди. Я думаю, да. Они небольшие, от 500 грамм и выше, этот куст вытянет без разговора. Так, теперь смотрите, вот наш формирующийся куст сорта аметист новочеркасский. Вот смотрите, вот я уже загнул у него лозу, то есть вот она начинает свой рост, и все, она уже лежит на первой проволоке. И с этой стороны вот смотрите, начало лозы, ну и вот она уже лежит на первой проволоке. Они вот здесь самое пересекаются в центре. Ну ничего страшного, я про нагрузки. В ролике по формировке этого куста я показал, что здесь были два плодовых образования. Так, смотрим. Вот смотрите одно, а вот смотрите второе. Вот сейчас нижнее плодовое образование я удалю. А иначе грозди возьмут на себя очень много глюкозы, и вот эти лозы, которые используются в формировании, могут не добрать крахмала. Хотя вот лоза, на которой вот эти грозочки растут, ну она вот видите, мощно. Но все равно, чтобы не насиловать куст, вот, лучше, ну, так сказать, на пробу. Это первый год самое плодоношение, но оно не полное, а так, на пробу, понимаете? Лучше оставить, ну, верхнюю грозочку, нижнюю срезать. Так, идемте дальше. Вот теперь смотрите, я вам покажу. Это куст байконура. У него в основном завязалось на лозе по две гроздочки. Вот смотрите, одна, а вот сзади вторая. Вот на вторая, видите? Ну, где и три? Смысл в том, смотрите на прирост. Этот куст
ему, наверное, 4-й год в этом году, он вступил в плодоношение. Но прирост у него слабейший. Слабейший, понимаете? К этому времени уже лозы должны быть, ну, 1 метра по 2,5 метра. А у него всего где-то 1,5 метра. Стало быть, чтобы не искушать судьбу, нужно на одной лозе оставить по одной гроздочке. И даже, может быть, по самой маленькой. Тогда ягодки наберут глюкозу, и часть глюкозы оттечет в многолетнюю древесину. Вот, не видите, сам рукава еще такие маленькие, ну, в смысле, тоненькие такие. Вот. И глюкоза оттечет в корни и отложится там в виде крахмала. Значит, мы с вами не жадничаем, оставляем по одной гроздочке. Вот. Сейчас я заканчиваю видео и срежу потом это самое все лишнее и положу возле куста.